Выгулял — убери. Памятки для собаководов установили в магнитогорских парках и скверах. Появляться в общественном месте с псом они не запрещают. Аншлаги призывают владельцев четвероногих соблюдать чистоту и наводить порядок за своими питомцами. Всего в скверах города будет установлено 100 табличек. В основном поставим их в самых больших скверах. Это такие, как Ломоносова, Металлургов, Чапаева, Парк у Вечного огня. Ранее на месте этих табличек красовалось предупреждение: выгул собак запрещен. Однако теперь мэрия решила смягчить правила. Ведь специальных площадок для выгула в городе мало.